Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Хочу поделиться с вами своим вязанием, поделиться опытом вязания данной шапочки. Это я вяжу шапочку. Не могу сказать, что прямо буду снимать мастер-класс и рассказывать подробно, как вяжу шапочку, потому что, в принципе, сама вяжу эту шапочку по чужому мастер-классу, поэтому просто хочу рассказать, может, кому-то пригодятся расчеты. Вяжу я вот из такой пряжи Alize Angora Gold Simli. Такой вот у нее метраж на 100 грамм 500 метров. И состав 75% акрил, 10% мохер, 10% шерсть и 5% металлик. Очень мне нравится данная ниточка. Посмотрите, у нее такой вот ненавязчивый блеск. Причем вот эта вот ниточка блестящая, она тоже синего цвета, поэтому она не бросается в глаза. Вот так вот она смотрится в полотне, видите? Такой нежный-нежный блеск, мне очень понравилось. Брала я, это я вяжу детскую шапочку для ребенка. Брала еще вот такую вот пряжу, думала их вместе соединить. Вот Alize Baby Wool, кому интересно, это, кстати, это номер 58, и это тоже номер 58. Вот этой пряжи здесь на 50 грамм 175 метров и 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Я думала их совместить, потому что мне показалось, что 20% шерсти предыдущей пряжи это маловато. И думала, вдруг она будет еще колоться. Так я, если что, добавляю это, чтобы не так сильно кололось. Но потом, когда я попробовала повязать ими вместе, то мне показалась шапочка очень такая плотная, как валенок практически. Мне этот эффект не понравился. И я решила, что я просто свяжу в две ниточки. На спицах номер 3,5 я свяжу вот такое вот полотно. А потом я либо подощу флис, либо свяжу подкладку вот из той вот ниточки. И каково было мое удивление, что эта пряжа абсолютно не колется. Мерила на своего ребенка, он говорит, вообще не колется. Вот просто, может быть, кому понравится. И так у меня будет отворотик. Тут я провязала ряд лицевых петелек, чтобы вот он фиксировался подворот, потому что я поняла, что для детей это очень важно. И далее у меня будет вывязываться узор. На обхват головы 53 сантиметра. Я брала, набирала 96 петель и вязала, ну 97, замкнула в круг и вязала резинкой 1х1. И далее буду вязать узор. У меня будут такие вот вытянутые петельки по диагонали лицевые. Основное полотно будет у меня изнаночное, а вытянутые петельки будут лицевыми. Много таких шапочек есть в интернете. Мне просто понравился узор, я его нашла. Я уже даже не помню, почему мастер-классу я вязала. Ну как, я не вяжу по мастер-классу, просто просмотрела мастер-класс и поняла, как вяжется узор. И далее вяжу уже свою шапочку. Значит, повторю еще раз. На обхват головы 53 сантиметра я вяжу данной ниточкой вот этой вот в две нити. То есть у меня получается на 100 грамм 250 метров. Спицами номер 3,5 я набрала 96 петель. Вяжу я так по кругу. Шапочка будет с отворотом. И далее буду вязать 3 лицевые, 1 изнаночная, вернее 3 изнаночные, 1 лицевая. И потом буду смещать узор на одну петельку, чтобы у меня вот эти лицевые петли были по диагонали немного шли. Поэтому если вы будете набирать, может быть, другое количество петель вам надо, то учтите тот факт, что узор у вас, раппорт узора 4 петли, поэтому количество петель должно делиться на 4. Либо после резинки необходимо будет набрать еще, ну, добрать еще несколько петель, чтобы данное число делилось на 4. Вот так вот. Далее буду вязать шапочку. В принципе, потом уже, когда у меня будет виден узор, могу еще раз рассказать, как я вязала этот узор. Но я думаю, что вы найдете много таких шапочек в интернете, поэтому подробно останавливаться на этом не буду. Итак,
вяжем дальше шапочку основным узором. Довязала я уже свою шапочку до конца, не стала снимать более подробно, потому как я вам уже говорила, что сама вязала по мастер-классу. Единственное, что я немножко по-другому закрывала макушку. Дам еще совет, что этот узор, он немного стягивает полотно за счет того, что здесь вот идут перекрещенные петелечки, поэтому после резинки нужно прибавлять петли, либо вязать резинку спицами немного меньшего размера. Я вязала всю шапочку спицами номер 3,5, но не знаю, может это я так вяжу. У меня немножко стягивает полотно, и прямо даже видно, когда одеваешь шапочку на голову, резинка такая слегка свободненькая, а там дальше шапочка сидит плотно по голове. И макушку я закрывала по-другому. Я ее закрывала, вот закончила вязать ряд 1 лицевая и 3 изнаночные. Затем в следующем ряду, это у нас будет первый ряд закрытия макушки, в первом ряду я поменяла местами лицевую с изнаночной. Лицевая идет впереди, изнаночная сзади. Изнаночную провязываем изнаночной, лицевую перекидываем, не провязывая. Затем я провязывала 2 изнаночные вместе. И так в каждом раппорте. Опять меняла местами лицевую с изнаночной, изнаночную провязывала, лицевую не провязывала, и 2 изнаночные вместе. Так до конца ряда я провязывала. В следующем, во втором ряду, я провязывала все по рисунку, то есть 1 лицевая, 2 изнаночные у меня шло. В третьем ряду я провязывала, опять меняла лицевую с изнаночной местами, изнаночную сзади, лицевую впереди. Изнаночную провязывала изнаночной, лицевую не провязывала, нить за петлей, за работой получается. И дальше шла изнаночная. Так я провязывала целый ряд, то есть убавок у меня не было. В четвертом ряду я провязывала изнаночную и 2 лицевые вместе. До конца ряда изнаночная, 2 лицевые вместе. Затем пятый ряд. В пятом ряду я вязала по рисунку, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. В шестом ряду я провязывала лицевую с изнаночной вместе, причем лицевая идет впереди, и я ее провязывала с наклоном влево, ну, чтобы вот рисунок сохранялся, чтобы петельки смотрели влево все. И у меня на спицах осталось 24 петли, и затем я все эти 24 петли стянула, у меня получилась вот такая вот макушка. Не такая крутая, как у девушки в видео, но тоже вот такая, как сейчас актуально. Не плавный переход, а вот так. Но, в принципе, если бы я потом еще провязала вот эти 24 петли по 2 петельки вместе, то, в принципе, была бы плавная макушка. Вот так оно идет, довольно все очень красиво. Вот. Ну, такая вот макушечка у меня получилась. Вязала я шапочку без шва, но здесь немножко просматривается, сейчас я найду. Ну, я вижу, вот видите, немножко вот переходы ряда вот здесь вот пляшут, видите, дорожки. Ну, это, наверное, для тех, кто вяжет, это видно. Вот, а так, в принципе, нет. Ушло мне на эту шапочку 70 грамм. Она довольно получилась теплая, мне очень понравилось вязать из этой пряжи. Хочу связать еще себе шапочку. Шапочка это у меня на обхват головы 53,5 сантиметра, 53-54, вот так вот я вязала. То есть она, в принципе, у меня обхват головы 54,5, где-то 54-55, она на меня хорошая. То есть она подойдет, и мерила я ее на ребенка, у которого 51. Ну, чуть-чуть свободновато, конечно, то есть где-то от 52 до 55 она спокойно подойдет. Вот такая вот шапочка. Еще хочу поделиться с вами своей счастливой новостью. У меня уже есть именные бирочки. Вот так вот они выглядят. Вот. Хеленка. Застегиваются они вот так вот. Сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку. Сейчас я ее расстегну. Довольно туго расстегивается. Вот так вот она выглядит. Кожаная бирочка. Вот.
Так она застегивается. Сейчас я ее на место застегну. Вот так вот она выглядит. Мне очень нравится. Немножко специально одела, чтобы она тут стянула, потому что когда одеваешь на голову, чтобы она не торчала. Вот такая шапуля у меня получилась для девочки. На обхват головы 53 сантиметра. Все расчеты, в принципе, я вам дала по этой пряже. Если у кого-то будут вопросы, можете писать в сообщениях. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут новые видео. Не забывайте ставить лайк, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!